Всем привет, ребята! Мы сегодня в супер настроении, у нас супер мощная мотивация, зарядка, посуда так и стоит. Это уже другая. Другая. Но тут половина чистая, половина вот уже другая. Ой, да, сегодня утро прошло хорошо, я выспалась, не знаю, Ваня выспался, нет, сегодня была его очередь вставать в 6 утра с Анечкой, вот, так что, да, я в своем репертуаре хожу, кручу туда-сюда камерой, всех тошнит вокруг, зато меня сегодня не тошнит, сегодня просто замечательное самочувствие. Прям я вот реально думаю, что это какой-то либо перестройка организма к жаре, либо это какой-то, я не знаю, вирус, либо это реально звезды так сошлись, планеты разошлись, и там дожди всякие и всему тому подобное. Вот, потому что я не знаю, как это объяснить. Я ничего не пила, ничего не принимала. А сегодня мне уже хорошо, то есть мне нет тошноты, нет вот этой ленивости, сонливости, упадка сил. Все супер! Сейчас буду пить, Ваня будет пить кофе, потому что я уже пила. Я буду пить зеленый чаек с лимончиком. Вот, мы заехали, купили краску спрей, там нужно доделать забор, потому что у нас есть каких хочешь цветов, но вот темно-серого у нас не было. У нас был обычный серый, у нас черный, белый, розовый, голубой, или голубого нет, возможно, голубого нет, вот, взяли серый. Вот. А еще сегодня мы будем делать водяной столик для игры детям, для этого мы тоже... Купили спрей, потому что мы будем делать из труб. Сейчас покажу их. Я думала, мы найдем белые трубы. У нас, кстати, тут беспорядок опять дети навели. Это все дети. И опять тут нужно пылесосить. Да, мы еще не убирали этот беспорядок, но дети усугубили ситуацию. Вот, мы купили вот такие вот трубы. Ваня будет это все дело нарезать. Это для воды трубы. По-моему, диаметр 25 сантиметров. Вот, будем их нарезать, и цвет не очень красивый, мы будем вот такой вот. Чего, 25 сантиметров? Миллиметров, а я сказала сантиметров, ну, ребят, миллиметров. И вот одна у нас вот такая вот, это у нас, по-моему, 32, если я не ошибаюсь, да, вот, 32. Вот. Вот, это тоже нужно, там пару кусочков, короче, будем снимать, и вам обязательно покажем, что мы задумали и что мы хотим из этого сделать и что у нас в итоге получится, потому что для этих труб, помимо этих труб, нам нужна вот эта коробка, я вам ее показывала, бокс. Также мы купили в Икее вот такую вот коробочку, здесь нужно будет сделать дырочки, вот, и еще куча вот таких вот элементов всяких разных. И все это нам обошлось 30 евро мы потратили на вот эти вот все соединители и трубы, и плюс 10 евро краска. Вот. Так что все. Чай готов? Потому что я посмотрела, есть классные эти столики с водой, они, конечно, офигенные, если у каких-нибудь производителей заказывать, но и безумно дорогие, просто какие-то космические эти деньги, я думаю, блин, вот сейчас купим, вдруг они не захотят играть. Короче, у меня возникла идея сделать своими руками, и оказалось, что на Пинтересте столько идей, столько вариантов, как можно сделать классную, и ее можно использовать как для воды, так и слить воду, потом использовать для песка, как песочницу. Просто мы трубы купили, можно было бы дешевле, но в магазине их не было. Мы купили для высокого давления, они очень толстые. Ну, хотя, с другой стороны, может быть, и лучше, будет лучше стоять. Ты что себе делаешь? Бутербродик. Есть хочу. Что время уже? Обед нет? Ну, типа того, да. Ну, около обеда, да. Поэтому хочу бутербродик съесть с паштетом. А ты что-то хочешь? Не знал.
Так, ребята, ну что, у нас работа кипит. Я тут немножко, пока Ваня там все считает, высчитывает и нарезает. Я убралась на веранде. Смотрите, как у нас теперь хорошо. Чистенько. На самом деле, просто нужно было убрать игрушки в баул, все по своим ящичкам и подмести вот эти вот сережечки от дуба. Все. Все чисто. Мы вот тут вот занимаемся. Я тут пытаюсь помочь, как могу. Ваня сейчас все нарезает. Как только мы все нарежем, мы все выложим, покажем и размеры. И укажем размеры. Мы не стали покупать вот эти специальные штуки, чтобы резать трубы. Ваня говорит, вот эта штуковина. Не знаю, как она там. Столярка называется. Нет, не столярка. Пила, короче, какая-то. Вот. Коробку мы взяли в IKEA. Можно взять более бюджетный вариант, какую-нибудь прозрачную. Мы взяли вот эту. Я вот сейчас артикул покажу. Я думаю, во всех странах одинаковая. Так, неси сюда. Вот. Коробку? Да. Несу. Такие вот уголки. Сейчас покажу вам, о чем идет речь. Смотрите. Вот. И чтобы вот эта вот труба прям вовнутрь встала, тут и такая юбка, вот это, конечно, лучше убрать. Вот так легко кутером обрезается. Пластик здесь не такой уж плотный. Ваня все кутером аккуратно отрезает. Ну, я бы, наверное, не смогла. Ваня говорит. Не, ну может быть смогла бы, но. Вообще у меня с кутером сложные отношения. Если честно. Что-то как-то мне мы с ним особо не сошлись. Характерно. Угу. Так. Давай сразу примерим эту вот штуковину. Ну и сейчас ей ничего не мешает. Угу. Там стоит хорошо. Ну что, вот такая вот у нас получается конструкция. Вот эту верхний ярус мы еще не приклеили. Мы будем приклеивать, потом это все будет разборное. Вот сами ножки, вот это все уже сделали. Все получилось классно. Мы специальный клей приобрели. И на него мы приклеим вот эти вот части. И в них вставляется уже труба. И эти штуки мы приклеим к этой емкости. Тоже в IKEA ее брали в кухонном отделе. Вот. И получается, приклеим сюда. И они вот так вот снимаются. Я не знаю, как это все называется. Вот. Но это все в отделе для труб. Но Ваня несет что-то другое. А мы не на вот этот клей будем клеить? Нет. Нет? Ребят, мы на это не будем клеить. Он, я же им пробовал вчера. А, ты вчера им пробовал? Он пластик не берет, это икеевский. А-а-а. Он обычный. Обычный пластик, да, а икеевский нет. Жидкие гвозди, короче. На жидкие гвозди будем клеить. На обычную сику. Угу. Наших деток и поехали на пляж. Ванюша, он уже купается, но он уже не первый раз, Ванечка, купается. Он уже с бабушкой, с дедушкой ходил на море.
Там родители прямо на первой же линии живут. О, спасает. Вот. Анюта вся в песочке. Да, доченька? Нравится песочек? Да. Она, конечно, в этом плане отличается от Ванюшки в ее возрасте тем, что Ванюша все в рот брал, а Аня этот период у нее был довольно короткий. То есть, если она что-то такое вот крупненькое найдет, конечно, она захочет попробовать. Но в целом она не берет крупный сок. Да? Моя девочка. Моя красавица. Да, песочек. Песочек. Класс. Так что, загораем. Мы поменялись с Катюшкой. Для меня водичка сначала такая прохладненькая, а потом, когда постоишь, то привыкаешь. В сравнении с бассейном, конечно, прохладнее. Тут у меня Анютка ползает в шляпе. Эй, красотка! Ма! Ма! Ты прям модель! Мама! Аня! Анюта! Нет? Но! В рот нет! Камешки в рот не надо! Смотрите, как стоит! Ножку вперед. Маму увидела в море. Хочешь тоже пойти купаться? Что будет делать? Поползет к маме? Пойдет. Машет ей ручкой. Показывай свой улов. Что там наловил? Рыбок. Рыбок? Каменных рыбок? Да. Не хочешь их оставить тут? Это сокровище. Отпустить, чтобы они плавали? Нет, это сокровище тоже. Сокровище рыбки, сокровища? И камни. Мы сказали, что мы нести их не будем, оставляй тут. Говорит, нет, я их сам принесу. Да? Да. И где ты их положишь? Свою коллекцию? Камни. Кстати, ты знаешь, что у меня есть коллекция? И то, что я беру здесь, у меня есть одна коллекция. Игрушки. Это все коллекция, то, что я взял. Это все коллекция. Нужно эти камни. Это тоже коллекция. Пока укладывала детей, у нас прошел ливень. Просто так гремело и просто внезапно вот так. Бабах, и все, и нет его. И пошел дождь. Бедная пальма, смотри. Да, левая пальма, что-то у нее веточки. Поникли веточки. Да. Надо. Причем все остальные нормально, а вот это как-то. Просто их пересаживать, Зая, нужно срочно. Ладно, дождик прошел, а мы сейчас будем смотреть «Форсаж». Не знаю, какой, 10-й, 15-й, 20-й. У нас ужин. Хумус с овощами, остатки гиоса поджарила в аэрогриле, сделала такие вот креветочки, тоже уже готовы, их нужно было пожарить, в каком-то там тесте. И наши любимые спринг-роллы, жареные и свит-чили соус. Так что мы кушаем, всем приятного аппетита. В общем, ребят, мы поели, посмотрели фильм, его не досмотрели, что-то такая муть. Не знаю, прям с каждым разом все хуже и хуже. Больше, не знаю. Может быть, потом с каким-нибудь обедом или еще за завтраком там досмотрим. Но просто после еды мы сели на диван смотреть, что-то все в телефон залезли. Катя вообще спортом начала заниматься, В общем, все. Я сажусь за монтаж, так что увидимся с вами завтра. И всем пока-пока.